Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу производитель указывает, насколько сделать вылет. Это также подрезается под размер. Обычно они всегда разные размеры, но в среднем 5 сантиметров. Здесь примерно 8. Но все равно нужно мерить отсюда с помощью рулетки. Так, теперь все это обезжириваем. Здесь и здесь. И будем сажать унитаз на герметик. Обезжиривать будем вот таким вот средством. Устанавливать будем вот на такой вот силикон. Можно использовать любой. Будем использовать то, что у нас есть. Используем вот такую вот смазку. Вот она у нас здесь уже нанесена. We'll be right back.
это вот крепление для кнопки с помощью саморезов, которые идут в комплекте. Потом вытаскиваем шланг и устанавливаем кнопочку. Вот эту кнопку. Вот в какой-то из этих выходов.